Всем привет! Сегодня тема ролика, как добавить пресет на мобильный телефон. Я сейчас нахожусь в студии Mio и сам себя снимаю. И благодаря телефону смотрю на камеру, как я выгляжу. Для начала, что такое пресет? Пресет – это некая настройка фотографии. Можно назвать это еще фильтром, с помощью которого вы можете обработать свои фотографии. Пресет – это не панацея. Это не гарант, что у вас будут все фотографии одинаковыми лучшими, но вы можете им сделать их лучше. Итак, начнем. Что для этого надо? Для начала нам нужно скачать этот пресет. Рекомендую скачивать через файлообменник, например, такой как Google Диск. Нажимаем «Сохранить изображение как в галерею». Теперь нам нужно выбрать скачанный пресет. Заходим в Lightroom, справа снизу будет плюсик, нажимаем на него, выбираем скачанный пресет. Открывается он. В правом верхнем углу будет три точки, где нам нужно скопировать его настройки. Затем мы выбираем фотографию, которую хотим обработать. Также ее добавляем в Lightroom. И уже в правом верхнем углу нажимаем «Вставить настройки». Все, фотография у нас обработана. Но мы видим, что по яркости либо балансу белого она не совпадает. То есть мы можем спокойно изменить яркость, баланс белого, hue saturation, кривые, все остальное. Все по вкусу, так сказать. Ребят, подписывайтесь на меня в Instagram, TikTok, YouTube. Ставь лайк этому видео. Желаю всем красивых фотографий. Если у кого-то есть вопросы, пишите в комментариях. Буду рад всем ответить.